Минувшие выходные, несмотря на пасмурную погоду, для многих горожан стали яркими. В шестой раз активные спортивные жители заполярной столицы собрались вместе, чтобы принять участие в осеннем забеге по улицам города и преодолеть 2-километровую дистанцию. Почему в этой спортивной акции с каждым годом принимает участие все большее количество спортсменов и любителей бега, узнала наша съемочная группа. Не каждый день на улицах города увидишь такое количество счастливых людей, перемазанных красками. Здесь и дети, и взрослые, люди разных профессий и возрастов. Но есть у них одно общее. Все они участники регионального массового забега. Один из постоянных участников – 11-летний Василий. Каждый сентябрь он ждет с нетерпением, чтобы стать частью очередного спортивного праздника. Скажи, ты первый раз участвуешь в забеге? Нет, я участвую с 2015 года. Каждый год? Да. То есть это уже 5-й год? Да. Ничего себе. И как у тебя впечатление? Ждешь ли ты это мероприятие? Стремишься ли ты сюда прийти? Я не пропускаю, мне хочется сюда прийти, потому что получаю тут позитив. Компаниями друзей или целыми семьями жители города тянутся к месту проведения мероприятия, чтобы зарядиться энергией, проверить свои силы, весело и ярко провести время. А иначе здесь просто не получится. Выступления танцевальных коллективов, разминка с лучшими фитнес-тренерами, конкурсы, подарки. Все это мог получить каждый, кто в воскресное утро встал пораньше и присоединился к забегу. Очень нравится, я прям такой адреналин получаю. Каждый раз говорю себе, если пробегу без остановок, значит могу в этом году не худеть. Я пробежала без остановок, могу не худеть. Вот так вот. Отлично. Очень отличное впечатление. Огромное спасибо молодежной политике. Вот такие движения мне нравятся. Особенно я люблю, когда дети. Я всегда стараюсь побольше собрать народу. В том году мы тоже большой бригадой были. Спасибо огромное, в общем. Почаще, побольше. Как отмечают сами организаторы, специальной подготовки участникам не требуется, ведь главный девиз мероприятия – бежим не на скорость, а в удовольствие. Именно поэтому молодые мамы с колясками здесь совсем не зрители, а самые настоящие бегуны. Самому юному участнику оказалось чуть больше года, ну а самому взрослому – 62, что достойно уважения. Не осталось без медалей и самая многочисленная семья-участница, которая почти в полном составе, а это 5 человек, выбрала не домой, домашний комфорт около телевизора, а утреннюю пробежку. Вы у нас получаете замечательный комплект золотых медалей с логотипом нашего забега и наших спонсоров. Давайте поаплодируем и обязательно ждем вас в следующем году на это мероприятие. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».